Рустам Миниханов и президент Международной федерации плавания Хулио Маглеони открыли новый бассейн в Дербышках. Президент Татарстана отметил, что за последние годы реализовано множество спортивных проектов. На программу строительства многофункциональных культурных центров в этом году из бюджета Татарстана выделят почти 280 миллионов рублей. Напомним, программа реализуется с 2012 года. В прошлом году в Татарстане возвели 31 многофункциональный культурный центр. 150 дел по ЖКХ выиграли татарстанцы в прошлом году. В основном это вопросы по начислениям и работе управляющих компаний. Всего в 2017 в Общественную палату по жилищно-коммунальным вопросам обратились более 30 тысяч человек.